Алло! Ты заглядывай, тут привет! Здравствуй, сталкер! Thank you.
Неплохо постреляли.
Напали по реке погоды. Крышу рвет только там. Видали уже. Пустина каждая мелочь, мать их стопные. Это считается хорошая подготовка, когда из 10 только один выживает. Черт! Да мы даже в бой не вступили! Вытяну. Зубами удержусь, а вытяну. Главное, с катушки слететь, а то все коту под хвост. Я нашел группу. Все мертвы. Их кто-то расстрелял. Но следов никаких. Это фанатики, черт бы их драл. И прямо одно за другим. У нас часовой пропал, на связь не выходит. И тоже никаких следов. Пора нам добраться до этих ублюдков. У разведгруппы были данные места скопления монолита. В записях упоминается магазин книги. Лады, я тебе вышлю двух бойцов. Они будут ждать возле объекта. Конец связи. Отцепись от меня! Уйди! Нет! 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 Часовой мертв. Вел себя неадекватно, атаковал меня. Возле точки обнаружен и уничтожен контролер. Понял тебя, майор. Видно, контролер взял парня за мозги. Жаль, отличный был парень. Из разведгруппы, видимо, та же Петрушка. Из-за этой твари они друг друга атаковали. Ладно, спасибо тебе. Конец связи.
Я ранен, братья! Ты не коснешься! Я ранен, братья! Yeah.
тревогу к чертовой матери. Тут у всех нервы и так на пределе. Эх, копейщи зеленые. Какое тут все одинаково хреновое. Ну, здорово. Какими судьбами на нашу посудину? Ну как оно, сталкер? Убери оружие. Нападать не будем, слово офицера. В небе столкнулись как-то наш и американские спутники. Американцы врут, что их спутник был не шпионским, а наши врут, что наш спутник был неуправляемым. А если бросили нас, вот так вот взяли и списали в невозвратное. Thank you.
Я как узнал, тебе помощь нужна. Сразу в добровольцы записался. Так что давай, джигит, веди. Знаешь, я тут подумал, с тобой вроде безопасней. Приказов, Монолит. Подморозка! Огонь! Получи смерть! Прощай, надо! Полковник, тут какая-то чертовщина творится. Внутри здания была толпа монолитовцев, будто бы в трансе. Уставились в кучу мусора и разговаривали с ней. Мусор я обследовал, и обнаружилось интересное. Это нечто вроде антенны. Такое впечатление, что с ее помощью кто-то связывается с монолитовцами, и вот эти сеансы они воспринимают как божье откровение. Все это очень странно. Кто-то явно управляет этими фанатиками. Ладно, об этом потом. Thank you.
пугалку к чертовой матери. Тут у всех нервы и так напряжены.